я устала. Мам, Джейк сказал, что съест Реймонда. Говорит, что в магазинах больше нет еды. Что еще за чепуха? Он говорит, что в Мексике всегда ели морских свинок. Милая, успокойся. Никто Реймонда не съест. Передай трубку Джейку. Алло? Джейк, не обижай сестру. Я же отдал половину. Я не шучу. Ладно, если она останется голодной, я ни при чем. Что у тебя там произошло? Да в этом городе одни психи. Я думал, уж с детьми проблем-то не будет. Подобрался сзади и наставил на них пушку. Но вместо того, чтобы отдать свои манатки, они сами достали стволы. Я вроде ушел, но тут еще один пацан прыгнул на меня с пожарной лестницы и врезал по башке битой. Да, мне кажется, у тебя зубов не хватает. С ума сойти. Как же мы будем жить, если даже дети теперь ходят с пистолетами и битами? Что это за мерзкий порочный мир? Я больше не могу. Близ совсем спятил. Приказал расстреливать местных жителей, а когда сержант Альварес отказался, казнил его за измену. Нам нужен свой человек среди них. Больше я гражданских убивать не буду. Ты убьешь одного, мы спасем тысячу. Мы рассчитываем на тебя. Ты сейчас говоришь совсем как он. Просто выполняй задание. Это приказ. Детектив Филенский, слушаю. Милый, кажется, кто-то вломился в квартиру. Не заходи! Уже слишком поздно, но здесь никого. Там опасно. Похоже, ничего не пропало. Стоп, это ты оставил на холодильнике доллар? Нет. На нем написано «В твою копилку». Подпись «Твой друг Рид». Не трогай! Кто такой Рид? Я у тебя их видела, я знаю, что есть. Thank you.
Слышь, собирайся давай. Мы идем на Гарден. Че? Я думал, там все перекрыто. Уже нет. ОТГ уходит. А мы все топаем захватывать Гарден. Так что давай, собирай манатки. Или хочешь, чтобы тебя тут бросили? А, твою мать, ты серьезно? Не, мля, шучу. Хорош сочковать. Не будешь стрелять, я тебя больше выгораживать не стану, задолбал. Ладно. Мочить будем всех. И копов, и ОТГшников, и гражданских. Вообще всех. Будет кто упираться, пулю в лоб. Энтони, ты слышал сирены? По телевизору сказали, что больницы переполнены. В палатах мест нет, а больных кладут в коридорах, даже в Сен-Джуди. Да я видел. Слушай, мам, собери свою дорожную сумку. Как будто едешь в гости на несколько дней. Сделаешь, мам? В такую погоду я никуда не поеду. Мам, слушай, этот грипп и погромы, это почти как ураган Сэнди. Так что мы с Шерон пока уедем из города и захватим тебя по дороге, ладно? А ты давай начинай паковать вещи. А Шерон потом тебе поможет, да? Я люблю тебя, мам. Я тоже тебя люблю, Энтони. Я медсестра в школе на Бич-стрит. Мне нужна скорая помощь. У нас двое больных детей в изоляторе. Высокая температура, тошнота, очень сильная чувствительность к свету, а на ногах и груди появилась сыпь. Секундочку. Поделитесь. Джон, ты где? Мы у ворот!
Национальная гвардия уже полчаса никого не пропускает. Люди с кулаками на охрану кидаются. Черт, это кирпич бросил. Вот жесть. Ты где? Да в миле от тебя. Тут все стоит. Люди бросают машины и идут. Что происходит, Джон? Кого-то застрелили. Линда, ложись. Али, Джон! Джон! Алло! Ну чё, как? Ну так, передо мной большое кирпичное здание в Ист-Ривер. Оборонять удобно. Военных не видно, местные еще есть. Богатые. Проблем от них не будет, к тому же у них наверняка есть запасы еды и всякого барахла. Предлагаю обосноваться здесь. Давай так, вы с ребятами там бучу устроите и посмотрите, кто заортачился. Если все действительно так шоколадно, как ты говоришь, я побазарю с Лорей насчет переезда. Ага, ясно. Только не говори мне, что веришь Блиссу. Не хочу тебя расстраивать, но это же дикари. Вчера мы поймали парня, который срал в резервуар Цера. Отравил весь квартал просто так, для смеха. Видела я разную срань. А вот именно. Но это не оправдание. Бенитес верно говорит. Этим людям нужна помощь, а не пуля. И если ты этого не понимаешь... То что? Значит, все кончено. Thank you.